Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашем канале. Наши источники сообщают о том, что сегодня ночью в дом, где проживает известный советский российский актер театра и кино Валерий Баринов, приезжала скорая помощь. Сообщается о том, что актер был госпитализирован в больницу. В какой именно больнице сейчас находится Валерий Баринов, пока неизвестно. Мы связывались с его родственниками, но они пытаются скрыть эту информацию от общественности. Это достоверная информация, друзья, поэтому мы будем держать вас в курсе всех событий. Будем надеяться, что к нам поступит более подробная информация, и мы ее выложим уже завтра рано утром на нашем канале. Я прошу вашей поддержки, друзья, ведь каждое утро мы делаем для вас интересные новости. Кроме нас, вам об этом больше никто, к сожалению, не расскажет. До скорой встречи, будьте всегда с нами.